Мы к вам на чуть-чуть. А для чего? Показать. Если я сейчас это не сниму, да, этот эфир не подготовленный, просто у нас занятие идет. Я некоторые этапы могу просто не показать. Помните, я показывала в эфире, что я говорю Энечке тянуть. Тяни. Да, молодец, чтобы она тянула. Для чего я это показывала? Я это на короткий эфир сейчас. Молодец. Теперь я ее учу открывать ящички и вытаскивать из них там носочки, вещи и так далее. Давай, Энечка, тяни. Тяни. Лапами она делает, ты смотри, лапочка. Ты будешь так закрывать, а теперь тяни. Тяни ее. Да, молодец, хорошо. Давай еще раз. Тяни. Она тут же смекает, что надо делать. Да, молодец, хорошо, молодец. Мы берем ту же самую игрушку, с которой мы вот играли, вот с веревочкой. Да. Закрываем чуть-чуть в ящичек и тяни. Суета. Тяни еще. Тяни за веревочку. Энечка. Потом она может так машинки тянуть и так далее. Они должны быть легкие, это щенок, не забывайте. Давай, тяни. Тяни. Она решила кувырки поделать. Ишь, моя лапочка. Сложно, да, стало? Сложно. Давай, тяни. Куда ты там? Делает все команды, кроме той, которую я ее прошу. Потому что сложно. Да, молодец. Хорошо. Даже на маленькую попытку мы ее хвалим. Давай, тяни. Тяни. Инечка, тяни. Где она? Где игрушечка? Да, молодец. Мы упрощаем. Если вдруг собака растерялась, ей сложно, мы на шаг назад отходим в любом трюке. Так, и еще разок. Давай. Тяни. Тяни. Да, молодец, хорошо, умница. Принцип понятен, да? Это у меня ящички, вот они типа для косметики бывают, обычный самый пластиковый. Если вы его не придерживаете, то фиксируйте скотчем или чем-то еще. Мы к вам на чуть-чуть как раз... Да, молодец! Во, она просекла фишку, уже не так сложно стало. Какая ты молодец! Потом можем усложнить, да? Но сначала легкая сидеть, хорошо. Сейчас выдержка, она должна подождать, когда я уберу. Хорошо, молодец. Команда сидеть, это сидеть. То есть вот она сидит. Молодец. Ну-ка, давай, тяни, иди. Тяни. Энечка, тяни. Иди, тяни. Скорее. Давай. Где веревочка? Давай. Молодец. Хорошо, умница. Давай еще. А пока это все на зачаточном уровне. Потом уже можно будет объединять. Да, молодец, хорошо, ты моя, ты радость. Давай еще мы тебе мотивацию можно еще научить открывать ящички. Я так делаю, чтобы добывали. Вот так чуть-чуть еще подзакрываем. Доставай. Пусть лапами себе помогает. Да, молодец. Господи, я с этой собакой... Обычно все так долго думают, как это делается. Она тут же. Открывай. Да, давай, открывай. Как ее открыть? Вот так. Молодец. Еще. Помоги себе лапками. Вот, молодец. Хоп. Ой, ты моя умница. Молодец. Хорошо. Все, слопала. Мы занимаемся во время кормления. Но не всегда я в том виде, чтобы вообще хоть какой-то эфир включить. Потому что все попутно, побыстрее, поскорей. Поэтому не обращайте внимания, если что, на обстановочку. Но мне надо вам показать, чтобы вы тоже научили своих. Давай, доставай. Нет. А вот теперь она будет открывать ящички. Я ей не сказала тяни. Эни. Сидеть. Хорошо. Молодец, хорошо, сидим. Давай, миленькая. Тихо. Тяни. Иди тяни. Приползла. Тяни. Нет, тяни ртом. Да. Молодец, хорошо. Потом это могут быть носочки, любые вещи и так далее. Или просто открывать ящички, да, и там
разные трюки всякие делал. Давай, хватай. Хватай, тяни. Тяни. Нет, не лапкой, тяни. Да, молодец, хорошо. Мы через раз, мы сначала все-таки выучим вытягивание предмета и открывание ящичков, а потом уже добывание с помощью лап, потому что она иначе будет путаться и делать не то, что я ее прошу. Инечка, тяни. Тяни. Давай, давай, еще. Молодец. Ай, ты какая ты умница. Хорошо, молодец. Давай еще разок. И еще разок. Поэтому я часть вот этой тренировочки я вам включила, чтобы вы прям с нуля посмотрели. Был у нас эфир, вы можете предыдущий эфир посмотреть, где она у меня тянет игрушку. И почему? И я ей объясняла, что зачем я делаю. Да, хорошо. Давай, тяни. Тяни. Давай, тяни. Молодец! Не забывайте придерживать эту коробочку, чтобы она, не дай бог, не это. Тяни. Тяни. Да, молодец, хорошо. Умница. Какая же ты у меня умница. Какая же ты молодец. Да, если щенок разошелся, его нужно в команду уже. То есть мы команду уже знаем. Молодец. Петюня. Да. Давай мы тебя немножко пересадим. Иди сюда. Хорошо, молодец. Сидеть. Петюню. Да, молодец, хорошо. Пепеть. Да, молодец, хорошо. А в звоночек позвоним? Звони, звоночек. Она говорит, я хочу это новое. Давай, звони. Молодец. Давай в другую, чтобы все тебя видели. Иди сюда. На камеру работать тоже надо учиться. Иди сюда. Хорошо. Звони, иди, звоночек, звони. Давай. Вот, все равно ко мне лицом садится, где вкусняшки. Иди сюда, звони, звони. Да, молодец, хорошо, умничка. Так, позвонила? Позвонила? Еще позвони, еще позвони. Еще позвони, давай. Кто молодец? Давай, позвони. Как ты звонишь? Покажи лапками своими. Да, сложно отвлечься от награждения, да? Давай, теперь тяни. Тяни. Давай, убираем и отвлекаемся. Тяни. Инечка. Тяни, тяни. Где веревочка? Где веревочка? Тяни. Ой, ты моя ж ты радость, молодец, какая ты умница. Давай еще разок. Тяни. Опаньки, молодец, хорошо. И да, она игрушки отдает. То есть мы на слово «дай» научились отдавать игрушки. То есть тянуть я ей разрешала до момента, пока я не скажу «дай». В некоторых случаях я не разрешаю никаким... Да, молодец, хорошо. Молодец. Ну все, давай прекращаем это хозяйское дело. Все, мы закончим эфир, доделаем сейчас наши команды, которые повторение. Повторение. Вот, и все. У нас много команд. Мы там уже и змейки всякие делаем. Но это я все уже вам показывала. А вот интересненько то, что у меня еще на канале не было. Кувырок. Молодец. То, что у меня еще на канале не было, я... Давай еще один. Еще один. Нет. Еще разок. Кувырок. Хопаньки, молодец, хорошо. А в другую сторону можем? Есть собачки, которые только в одну сторону. Давай. Опа, молодец. Ой, в эту сторону сложнее, молодец. Ну, хорошо, сидеть. Вот, есть собачки, которым сложно в разные стороны, они только в одни. Ладушки. Другую. Ладушки. Молодец, связочку уже делаем потихонечку. Так что, надеюсь, это было полезно. Инечки мои, ставьте лайк, что вы можете теперь своих научить. Вот, и рассказывайте друзьям про наш канал и наш блог. Да? И не печенье. Давай, всем пока-пока. Пока.